Продовжуючи цю тему, хочу поділитися з вами, що зараз у нас будуть гості, а також розказати про дорожню карту Одеси, бо їхала сьогодні зранку на роботу і побачила, що від Зору аж до самого мосту зрізали знову асфальт, і зі сторони автобусів, тобто колії, яка йде ближчою права колія, у нас зрізаний асфальт, тож будьте дуже обережними. До того ж, дійсно, є туман і видимість обмежена, майже нічого не видно. Проте сподіваюся, що сонечко все ж таки зруйнує ось цей незвичний для нашої Одеси туман, і ми побачимо гарну погоду сьогодні, відчуємо на собі дійсно весну. А зараз у мене в гостях дуже цікаві люди, які організовують суботник. А мене повернули, і я дуже вдячна за передане мені слово. Продовжуємо. І в мене у гостях організатори суперсуботнику в Одесі. Це Кирил Сілваші та Михайло Балашов. Доброе утро. Я зрозуміла, чому супер, з двох причин, тому що вже багато людей підписалися і хочуть прийти до вас і зробити Одесу частішою, а ще я зрозуміла, що це буде незвичайний суботник, бо всі будуть супергероями. Як так вийшло і звідки з'явилася ця ідея? Ну, на самом деле, ідея появилась, як обычно, з повітря. Из воздуха, да, вдохновение. Вот. Ну, я сидел, думал, как, ну, в очередной раз прошелся по городу, посмотрел на то, что, ну, действительно, не так чисто, как хотелось бы. Вот. И, ну, искал идею, как можно привлечь внимание общественности к этому. Вот. Ну, вроде получилось. Причем, ну, как бы, на самом-то деле, основная цель была достигнута, так как, ну, уборка – это понятно, это очень важно, ну, то есть это практические действия, но основная цель – это донесение мысли, идеи, вот, что нужно убирать, и что нужно хранить, и что родной город, вот, и что нужно созидать, вот. Ви знаєте, я коли була студенткою, в мене був дуже цікавий випадок. Я йшла своєю подружкою, вона каже: ну, я от не розумію людей, які ходять і от скидають бруд, мусор, там взагалі все таке, іде і викинула бутилку. Автоматично. Я кажу: ну, ось так, і все, і виходить. Ну, якось так. А вона каже: ой, я навіть не помітила. Як в собі перебудувати це і зробити себе чистою людиною? Як зовні, так і внутрішньо. Ну, безусловно, моє мнение, що, ну, воспитання починається з дитинства. Вот, ну, тобто, родители, як, ну, і окружающий соціум, должен, ну, как и государство, да, там при помощи различных социальных программ должны внедрять идею чистоты, идею заботы об окружающей среде. Вот. Ну, в таком случае, ну, люди вообще на самом-то деле довольно программируемы по своей структуре. Ну, сейчас молодежь, ну, больше ориентирована на, как бы, на западные ценности, причем, ну, только те, которые они в основном видят в Ютубе. Ну, вот. Это, ну, идеи, да, там, красивой жизни, это, да, там, ну, все или ничего, вот. Ну, это целая философия. Вот, ну, соответственно, как бы нету времени думать о настоящем, о том, что все живут, ну, все-таки в этом городе, и о нем нужно заботиться. Чому ви берете участь у цьому проєкті? Так, как бы, ми за все беремося. Кирилл... ну, ми любимо допомагати, в принципі. Кирилл позвонив, предложив допомогти стать партнерами, а мы как бы за. У нас компания, которая занимается продакшном, ваши коллеги, собственно. И мы за помогать. Вот мы постоянно участвуем в социальных проектах. Почему бы и нет? Ну, то есть для нас это тоже важно, потому что когда, я думаю, вы согласитесь, когда мы приезжаем на какую-то локацию и там снимаем, нам нужно до этого за 2 часа ассистентам убирать мусор в кадре, который есть. А хотелось бы не убирать, легче снимать, поэтому... Або виходити на тому, що є. Насамперед, я пам'ятаю ці забруднені вулиці, коли ми йшли і брали опитування, соцопитування, бліц. І я розуміла, що мама, що ж кадр, ой, боже.
Але це неможливо все прибрати. А от ви намагаєтеся зробити так, щоб люди відчували відповідальність за своє місто. Скільки людей приходить? Чи вперше ви організовуєте таке? Ну, прям масово. Так, если честно, ну, я не думал, что само мероприятие получит ну, такой охват аудитории, ну, и такое количество людей, которые его ну, поддерживают. Ну, первое, что мне на самом-то деле уже кажется результатом, это спустя два или три часа после того, как я создал мероприятие в Фейсбуке, ну, там было там какое-то порядка там, 50 или 70 репостов, ну, людей, которые mm-hmm. поделились этим, сразу же в течение нескольких часов начали появляться совершенно подобные мероприятия. Вот, ну, в этот же день. Вот, ну, это значит, ну, что, как бы, в каком-то смысле цель уже достигнута. Вот, ну, то есть, что... Власне, вы започаткували небеякий флешмоб. Да, флешмоб заботы о своем городе. Вот, ну, безусловно, действий осознанных граждан может быть мало для того, чтобы ну, поддерживать системный порядок. Вот. Ну, конечно, как-то ну, государство и, ну, там, и городское управление как-то должно поддерживать подобные инициативы. Вот. И ну, тогда я думаю, что ну, когда все будут ощущать ответственность, которая будет ну, прям витать в воздухе, нам уже не нужно будет убирать самостоятельно. Вот. Возможно, все будет уже на своих местах. Я в Фейсбуці нещодавно прочитала дуже цікавий пост, в якому значилося, що ой, ну звісно, живемо в Європі вже, там поставили два сміттєзбірника. Один для пластика, другий для відходів. І людина пише, я цілий тиждень формував, складав пластик, бутилки там і так далі, а потім каже, винес, все. Стою і чекаю, поки заберуть сміття. Стою. Приїжджає звичайний сміттєзбірник, звичайна машина, скидає все на одне і від'їжджає. І він каже, навіщо я це робив цілий тиждень? Як ви вважаєте, зможемо ми перейти до того рівня, що дійсно ми будемо фільтрувати своє сміття, а також робити необхідну користь для свого міста? Ну, в первую очередь нужно понимать, что наше государство всего существует там, ну, меньше 30 лет. Mm-hmm. Вот, и, ну, то есть, и то, что уже ну, там, очевидно и понятно там, на ментальном... Ну, все начинается с сознания, ну, как бы с ментальности. Вот, и то, что уже ну, там, в некоторых там, да, странах и континентах очевидно и понятно уже довольно давно, mm-hmm. ну, как бы нам просто нужно осознать, да, ну, как бы проблема вообще в целом мусора, ну, то есть это, ну, там, одна из первых проблем в мировых масштабах, вот, ну, то есть там просто грязный город, это как бы, ну, там, понятно, это плохо, но есть на самом-то деле еще значительно более ну, неприятные последствия, чем, ну, как бы... чем эстетическая ну, составляющая. Я добавлю, да, просто у нас люди говорят только про то, что у нас плохо, но они ни разу не выезжали дальше, чем Кишинев. Поэтому, когда они поедут в другие страны, вот я был в разных странах, я вот недавно был в Китае, был в Японии, и все говорят, это супертехнологическая страна и так далее, вы не были, значит, в Китае. Что в Китае все в 5 раз хуже, чем у нас, по загрязненности. Так что есть районы, где все хорошо, есть районы, где все плохо, так же и у нас. Вопрос в том, что нужно начинать с себя. Там действительно, в Японии, в Китае, реально люди ходят, отдельно все складывают. Там есть отдельные огромные комнаты, где они отдельно все складывают. Mm-hmm. Это реально факт. Но это же не потому, что их власть заставила. Но им поставили, предложили. Я думаю, каждый двор тоже может себе отдельно поставить. И есть машины, как вы говорите, мусоросборники общие. Mm-hmm. Но я знаю знакомую, которая на машине ездит и сама отдает. Угу. Это же выбор как бы каждого. У каждого у кого-то нет времени, но я думаю, кто-то сделает какую-то комнату, фирму, которая будет собирать там на социальные какие-то деньги. Ну, надо начинать с себя в первую очередь. Я с вами согласна. А вы готовы? Встать в 7 утра и приехать на телеканал, а ты проспаешь это в 12. Надо начать с себя и все. Так, до нас приехать очень сложно о 7 годині ранку. Вы готовы стать мультяшным героем, который рятует Одессу? Конечно. Я уже давно мультяшный герой, потому что... Я тоже. Який образ обрали? Ну, меня по-разному называют и Моне, и пельменным королем, потому что у меня есть пельменно-цветных пельменей, так что по-разному. Я давно стараюсь максимально помогать, и вот я из тех людей, которые всегда, если зовут, я всегда за.
И приедете 14 числа. Да. Вся моя команда Live Production придет помогать и снимать, и все это покажем. Вам дадим материал, вы покажете. Ми самі прийдемо теж знімати. Отлично. Я дуже сподіваюся, що запрошення не потрібне, а ми прийдемо так, просто з вами. Бачите? І в ранковій програмі покажемо вже в рубриці «Зробили разом», що дійсно відбувалося в Одесі. Я знаю, що на одеситів чекає ще один дуже приємний момент. Це після кропіткої праці і приведення до ладу нашого міста. Вы обещаете? Да, мы обещаем пикник. Вот. Но, если честно, мы не можем предположить количество участников. Вот, соответственно, ну, то есть, сколько их будет на самом деле, ну, не ясно. Приходите со своим мясом. Да, ну, то есть, было бы здорово, чтобы... Ну, вот, кстати, о практической, ну, вот мы все о философии, как бы, вот, о практической составляющей. Ну, как бы, до сих пор, на самом, ну, как бы, понятно, что мероприятие получило, как бы, поддержку, да, ну, как бы, до сих пор непонятно количество участников. Вот, соответственно, исходя из этого, как бы, мы, ну, там, нам сложно составить, ну, там, необходимое количество, ну, материала, да, там, мусорных пакетов, перчаток и так далее для всех участников. Вот, то есть, если вам не сложно, то, ну, лучше, конечно, с собой взять там упаковочку мусорных пакетиков и перчаточки. Тобто сідати на метлу и прилетать. Да, вот, да. Мы со своей стороны, да, обязательно устроим пикник, вот, вечерний. Вечере вже. Да, но если вы возьмете с собой еще парочку бутербродов, вот, мы тоже не будем против, чисто по-одесски. М'ясо, шашлик, вино, все йде? Да, все подходит. Все подходит? Да. Добре. Потом все будет грязно, мы опять начнем убирать. Собственно, так и будем жить. И так до понедельника. Нон-стопом. Звідки починаєте, щоб люди знали? Я вже казала, проте все ж таки повторити необхідно. Звідки починаєте, де точка збору і як ви вважаєте, де буде точка кінця? І так, ну, в 10 утра ми збираємося возле пам'ятника Тараса Григорьовича Шевченка. Вот. Это улица Морозли. Это улица, да, улица Морозли. Туди казати вам кажуть. Ну, в течение получаса мы собираемся, мы знакомимся, вот, вырабатываем план действий, ну, производим обход, ну, там, ближайшей территории от памятника. А дальше, безусловно, ну, планируем идти в сторону склонов. Вот, потому что там есть, ну, прям проблемные зоны. Вот. И, ну, как бы еще вот, ну, будет отдельно группа исследователей. Вот, то есть у нас там целая тактическая программа разработана. Тобто будут люди делиться на роли? Да. Свои власти. Ага, а что вы обещаете? Как в команді «Мстителей». Я зрозуміла. Тобто ми дійсно будемо супергероями. Конечно. Ви обіцяєте ще плащі. Да. Опять, ну, то есть... Не знав, круто. Да, да, да. Ну, как минимум для основних, для предводителей групп, вот, плащі будуть точно. Вот. Ну, то есть, если местники будут... Да, да, да. Ну, то есть, 500, ну, если придет 500 человек, 500 плащей не обещаем, ну, вот, честно, положа руку на сердце. Вот. Но предводителей групп, мстителей мы выделим обязательно. Проте вушки, хвостики там ушки, и так далее хвостики, можно приносить. Да, я даже лично от себя буду поощрять людей, которые... придут в своих костюмах, которые, ну, таким образом привлекут дополнительное внимание к данному мероприятию, и, ну, мы будем очень-очень рады. Тобто зайвий кусочок м'яса обов'язково... И ушки. А якщо чоловік прийде з вухами? Чего страшного? Это же демократичная страна. Вот тогда человек с ушками. Я 9 лет голый смешной бегал по 40 странам мира и ничего. А тут ушки нормально. Нормально. Конечно. В нас сьогодні був Сергій Шпак, він організовує фестиваль «Зрима хвиля», «Зрима пісня», і він розказував про те, що в конкурсі «Бісероплетіння» взяли участь люди з України загалом, а виграв, як ви думаєте, хто? Одесит. Десятирічний хлопчик.
який займається бісероплетінням. Для мене це дуже цікаво, адже змінюється трошки напрям ось чоловічої роботи і їх якихось досягнень. Як ви вважаєте, люди, які от займаються таким, вони дійсно мають якийсь шанс на те, щоб розповсюдити ці ідеї? Вообще возможно все, что угодно. Даже то, чего не может быть, быть может. Вот. Ну, то есть, вы не вышиваете? Нет, я не вяжете. Нет, я не вяжу, к сожалению, хотя, ну, хотя, наверное, только этого не делаю. Вот. Но, кстати, неплохая идея, да, есть куда развиваться. Вот. Ну, то есть, я на самом-то деле свято верю в то, что абсолютно любой человек может достичь того, чего он захочет. Мені ще подобається у вас на сторінці Фейсбуці, саме з цього приводу була дуже цікава ідея, що ця подія не тільки підштовхне людей робити щось гарне для міста, а й знайомитися між собою. Тобто я бачу ось таких от людей завжди. Як думаєте, ось ці телефони, вони відпадуть на деякий час? Так, еще раз, на время мероприятия. Угу. На самом-то деле в телефонах нет ничего плохого, чего им отпадать. Ну, то есть средства коммуникации и средства привлечения внимания. Проте в реальном житті люди дуже мало спілкуються між собою. Чи ні? Безусловно, нужно общаться с людьми, нужно обмениваться эмоциями, нужно, ну, то есть, я, это мероприятие, оно на самом-то деле во многом и создано для того, чтобы люди, ну, единомышленники, да, они находили друг друга, ну, люди, которым не все равно, люди, которым, ну, у которых есть душа, у которых есть сердце, которые хотят что-то менять, которые, ну, то есть, не закрылись в своем панцире, да, как бы, и живут там, ну, то есть, ну, именно благодаря таким людям, им, ну, там, что-то может действительно меняться и происходить, вот. Но о социальных сетях, ну, как бы, тоже забывать не стоит, потому что это метод донесения информации, вот, ну, то есть, и, ну, по сути, человеческое сознание вообще, да, оно, как бы, очень программируемо. Вот, ну, то есть, и во многом сейчас тем же Фейсбуком, Инстаграмом, ну, то есть, то, что люди там видят, очень многие, как бы, ну, так они зачастую думают. Вот, поэтому я за то, чтобы люди фотографировались, обменивались информацией, вот, но не забывали о реальной жизни. Згодна з вами, я зараз пригадую мультик, якщо дивилися, мультяшку «Home», «Дом». Дуже цікаво, і ось якраз той приклад, що необхідно спілкуватися між собою, допомагати один одного, і там було «впустіть мене в наружу». От інколи хочеться сказати «впустіть мене в наружу, пожалуйста». Любі телеглядачі, приходьте 14-го, це після п'ятниці 13-го, в суботу о 10-й годині в парк Шевченка біля пам'ятника будуть збиратися велика кількість людей. Ви не промажете точно. Ждемо. Ми там будемо. Якщо ви побачите Супермена, то це вам не показалось. Це дійсно то місце. З носом. З носом. Тобто клоунський Супермен. Я вам про мою назву говорю. Шутка за 300. Я зрозуміла, ви один одного дуже любите. А я з ушами. Ну, в кожного є коса до пояса. Так, я дуже вдячна за те, що ви прийшли сьогодні до нас у студію. Ми чекаємо на людей, ми чекаємо на розголос, і ми чекаємо на те, щоб ви були відповідальні за своє місто, за своє життя і за все, що вас оточує. А зараз для вас музична перерва. Хвилини, роки, все минає, життя дає нам свій урок, єднає долі й розбиває, не розтрачу наші дні, такі веселі. Yeah.
Як і обіцяла сьогодні нашому першому гостю Івану Дерменджі, в нас є постійна рубрика, в якій ми розказуємо про слова українською і як вони перекладаються на мови національних меншин – болгарську, молдовську та гагаузьку. Тож, вчора моя колега Тетяна вам розказувала, як буде перекладатися «весела дівчинка». Сьогодні в нас задумливий юнак. І в нас їх було сьогодні немало, тож так і пишу – задумливий юнак. Задумливий юнак. Мені дуже сподобалося, як буде лунати це слово болгарською. Болгарською мовою воно буде лунати як замислен. Замислен. Момик. А пишеться через твердий. Так, ось так. Момик. Замислен момик. Далі. Гагаузькою задумливий юнак. Щоб не... Я зараз напишу спочатку, щоб не помилитися. Три слова цілих. А читається воно як душенджалі. Душенджалі. Джалі. Ген чадим. Ген. Чадим. Душенджалі ген чадим. Пишеться у вас на екранах. І молдовський варіант. Молдавський. Молдавський варіант. Задумливий хлопець. Я так розумію, що це Танар. Так. Так. Інганду. Це ось так. А читається Тінер Інгіндурат.